И, наконец-то, мы переходим уже к монтажу панелей. Напоминаю, что панели у нас крепятся слева направо и снизу вверх. Самую первую панель, которую мы устанавливаем, мы обрезаем у нее левую сторону ровно. Для того, чтобы потом эта часть у нас закрылась внешним углом. Значит, зачем мы отрезаем? Потому что когда мы будем, если мы будем монтировать не подрезов, то верхняя часть угла не перекроет вот эти вот неровности. То есть для этого мы как раз панели обрезаем, для того, чтобы у нас все было красиво. Также на наших панелях есть такие термокомпенсационные лепестки, которые предназначаются для облегчения монтажа. То есть монтажнику не нужно задумываться о том, какой температурный зазор ему оставить. То есть данные лепестки находятся как по горизонтали, так и по вертикали панели. Замочек, лепесточек этот расположен несколько ниже верхней части замка. То есть вот если мы его по прямой будем проводить, то он как бы дальше не пойдет, он ниже. И, соответственно, когда панель начинает расширяться, лепесточек просто немножко отгибается, и панель, не меняя своей конфигурации, просто опускается чуть ниже. Дальше для монтажа уже самих панелей нам понадобится стартовый профиль. Он необходим для того, чтобы начать устанавливать фасадные панели. Далее приступаем к монтажу стартового профиля. Соответственно, мы выравниваем его по общему уровню и прикручиваем. Ну и приступаем наконец-то к монтажу наших панелей. Проверяем обязательно, что установлено на все замки, на нижние. После чего начинаем крепить. Обязательно крепим в крайнее гвоздевое отверстие. Крепится так же, как и, в общем-то, сайдинг по центру гвоздевого отверстия. Соответственно, закрепляем панели по горизонтальным гвоздевым отверстиям и по вертикальным. По вертикальным закручиваем в каждое, по горизонтальной с шагом или через одно гвоздевое отверстие, или через два, не более. Устанавливаем следующую панель, то есть ставим на замками на стартовый профиль, посмотрели, что везде мы попали, и аккуратно, плавненько, проверяя то, чтобы у нас зашли зацепления все замочки, вставляем панель. Приступаем к монтажу второго ряда. То есть также берем, устанавливаем панель. В данной коллекции нам необходимо проследить, чтобы шов кирпича попадал в одну линию. То есть вот в таком положении мы будем данную панель крепить. Еще хотелось бы отметить такой момент, что мы рекомендуем ставить ряды немножко в разбежку, чтобы шов не попадал в одну линию. Это как бы тоже придаст более эстетический вид самому зданию и минимизирует вероятность просматривания шва на панелях. Следующую панель устанавливаем аналогично так же, как вторая панель в первом ряду была. То есть сначала ставим на замки, на нижние замки, проверяем, что они у нас встали хорошо, везде все попало. Вот, задвигаем панель. И закрепляем ее. В коллекции Дюк еще присутствуют стартовые углы, которые нам необходимы для того, чтобы начинать монтаж на углу здания. Функция этого стартового угла для того, чтобы установить нижнюю часть панели на дом, и чтобы она никуда не уходила. А теперь устанавливаем стартовый угловой профиль. Он у нас устанавливается чуть ниже стартового металлического,
Почему? Потому что если мы поставим в том же уровне планку, то у нас не совпадет шов по панелям. Поэтому он ставится немножко ниже. То есть всегда лучше примерить и посмотреть, насколько точно вы попали. После этого уже закреплять. Ну и устанавливаем сам угол. Вот, обязательно проверяем, чтобы у нас шов одной стороны совпал со швом другой. После этого уже, если не требуется вносить какие-то корректировочки, можно спокойно, соответственно, дальше собираем. Здесь стартовый угол уже не нужен. Один уголочек устанавливается в другой. И, соответственно, тоже двумя саморезиками мы его притягиваем. Вот и все.